Здравствуйте, друзья! С вами Геоэнергетика Инфо, Максим Радайкин. И Борис Марцинкевич, добрый день. Друзья, обязательно подпишитесь на наш канал, потому что, ну, как-то вот смотрите без подписки, нехорошо. Смотрите, у нас сейчас прошли новогодние праздники. И новогодние праздники каждый встречает согласно традиции его стране. Где-то так, где-то так. Но Россия решила пойти по-умному и поделиться традицией крещенских морозов практически с половиной мира. И это вызывает некоторую озабоченность у наших соседей. А именно тепло. А тепло у нас достигается путем сжигания газа. Борис, а что у нас вообще на рынках газа сейчас происходит? Ну, поскольку у нас у всех новогодние, или постновогодние, старый Новый год, предновогодние, ну, где-то, в общем, хорошее праздничное настроение. Я просто вспомню о словах, есть у нас в Европе такая австрийская компания ОМФ, газовый концерн, которым с 2015 года руководит Райнер Зейле. Тот самый Райнер Зейле, который до 2015 года руководил газовым концерном Винтерсхалл немецким. Винтерсхалл – крупнейший европейский партнер «Газпрома». Цель нового директора компании «ОМФАО» – добиться того, чтобы компания «ОМФАО» стала крупнейшим европейским партнером «Газпрома». Это традиция Райнера Зейле. И в свое время у него спросили, как вам работается, как у вас со сбытом сейчас, с борьбой за экологию и так далее. Он сказал, что, вы знаете, иногда действительно у моей компании, на всякий случай даже не называл, какая именно, может быть, и сам путает, когда возникают проблемы с объемами сбыта, я обычно звоню Алексею, и Алексей обо всем договаривается с Дедом Морозом. Не знаю, звонил ли в этот раз Райнер Зейле Алексею, договаривался ли тот с Дедом Морозом по инициативе австрийско-немецкого коллеги, или у нас уже выкуплено все летнее объем производства мороженого и передано в Великий Устюг, но, если помните, летом 2020 года цены в Европе за 1000 кубометров падали до 70 долларов за кубометр, то есть это ниже себестоимости добычи и доставки российского газа. И все было очень грустно, и, разумеется, нашлось множество предсказателей о том, что в очередной раз умрет «Газпром». «Газпром», в принципе, может давно уже себя переименовать в «Кощей Бессмертный», потому что его столько раз должен был умереть, что все уже сбились со счета. Новый год начался действительно празднично по-российски. Мы напомнили, что такое морозы Пекину, где в течение недели уже стоят температуры минус 15 градусов. Япония узнала, что такое снежные бураны. В результате цена на газ в регионе Юго-Восточной Азии, цена на СПГ, на в пересчете на привычные кубометры, по состоянию на сегодняшний день, 11 января, понедельник, составляет 779 долларов за 1000 кубометров. Это рекорд за все время наблюдения за этим рынком. Это с одной стороны. С другой стороны, мы не могли не порадовать Испанию, а то они не понимают, что такое Дед Мороз и для чего нужна Снегурочка. Минус 34 в Мадриде по состоянию на 11 января, на день сегодняшний, цена за 1000 кубометров газа на местном хабе ПТФ 660 долларов за кубометр. Если говорить о остальной территории Европы, где пока еще такие морозы не настали, их там пока ждут, цена, опять же, на 11 января 2020 года составила 258 долларов за кубометр, то есть в 3,5 раза дороже, чем это было летом, и «Газпром» внезапно опять перестал умирать. Понятно, что какое время продержится этот ценовой парадокс, можно только догадываться, если отталкиваться от той информации, которую давал «Газпром-экспорт», компания, отвечающая за поставки российского газа за рубеж. Цены в декабре на трубопроводные поставки по долгосрочным контрактам «Газпрома» составляли 170 долларов. То есть цены на газовых хабах спотовые превышают практически на 100 долларов за 1000 кубометров. Будет ли «Газпром» поднимать расценки, пока сказать сложно. Если говорить о причинах, которые вызвали такой рост цен, здесь, конечно, не только морозная погода, но и то, что
в соответствии с договором, который подписали в декабре 2019 года с украинской стороной, объем поставок через российского газа через ГТС, газотранспортную систему Украины, с 1 января 2021 года с 65 миллиардов кубометров в год понижен до 40 миллиардов кубометров газа в год, то есть газа дополнительного нету. В обычных случаях, когда возникали морозы, европейские партнеры российского концерна просили поставить весь объем газа, который не был поставлен в течение лета. Ну, во-первых, на Украине произошло то, что произошло, 65 минус 40, то есть суточные поставки разом стали в полтора раза меньше. Произошедшее на выходных авария в Полтавской области, разрыв магистрального газопровода, не привел к каким-то катастрофическим последствиям. То есть, если отталкиваться от обязательств оператора ГТС Украины, так называется компания, которая управляет ГТС, обычный объем, предусмотренный контрактами, договорами, выполняется. Украинские специалисты нашли возможность переключиться на другую линию. Все в порядке, но со стороны польских трейдеров в связи с морозами поступают повышенные запросы, им хочется получать на 3 миллиона кубометров газа в сутки больше, на что оператор газотранспортной системы Украины предлагает следить за руками. Написано, и ничего больше вы получить от нас не можете, потому что то, о чем достаточно много говорили, вот любят рассказывать о том, что проект «Северный поток-2» чисто политический, его основная цель – как можно сильнее обидеть Украину, нам это повторяют многократно. Я позволю себе напомнить, что в 2015 году по заказу Министерства энергетики Украины был проведен технический аудит немецкими экспертами газотранспортной системы Украины. Результаты аудита достаточно интересны. Степень амортизации ГТС Украины составляет 85%. Программа модернизации по тем ценам, которые были в 2015 году, составляли порядка 12 миллиардов евро. За минувшие 5 лет никаких новостей о том, чтобы украинские компании занимались модернизацией этой системы, нет. Вот мы наблюдаем результат. Европейские потребители желают больше газа. Украина, как транзитер, имеет возможность больше, имеет желание зарабатывать больше, раз больше спрос. Россия газ всегда готова дать, а передать не почему. Так что, говоря о политической подоплеке «Северного потока-2», надо помнить о результатах технического аудита. При износе системы 85% рассчитывать, что она будет работать долго, не приходится. Тратить 12 миллиардов евро на то, чтобы отремонтировать газотранспортную систему наших украинских нетрадиционных партнеров, ну, никакого желания, потому что инвестиции «Газпрома» в «Северный поток-2» составляют 5 миллиардов долларов. Почувствуйте разницу. В результате того, что будет до конца построен «Северный поток-2», никаких транзитных платежей, разве что «Балтийской кильке» или еще кому-то, не проходит «Северный поток-2» ни по территории ни одной страны, которая могла бы попросить деньги за транзит. Так что нет здесь никакой политики, ничего личного, только бизнес. Выгоднее работать с новым магистральным газопроводом, не платя транзитные услуги. Если кто-то этого не понимал, то сейчас можно задать этот вопрос специалистам оператора газотранспортной системы Украины, отвечающим за работу ГТС в Полтавской области. Они подтвердят. Ну, в данной конве «Северный поток-2» можно назвать не просто не политическим, а антиполитическим, потому что политика – это когда готовы вложить деньги в то, чтобы было поплохело кому-то. Но здесь, наоборот, идет обход других, чтобы исключить третьи интересы. Есть продавец, есть покупатель. Все. То есть это чистая экономика. Можно сравнивать, вот есть оптовый производитель, есть компания, которая готова его продукцию на другом конце земного шара раздавать конечным потребителям. И есть владелец оптового склада. Вот либо он работает нормально, и тогда ему платят деньги за его услуги, либо выясняется, что на его складе дырка в полу, не хватает половины крыши, нет отопления. Еще товар воруют по дороге. А ребятишки путают накладные, не туда отправляют товар. Такого посредника в любом случае выкидывают. И если
газовые специалисты молодой демократии на реке Днепр решили, что они могут быть вот такими посредниками до конца дней своих и чужих, и каких угодно еще, то вряд ли получится. Это нормальный бизнес. Если посредник не может выполнять возложенные на него обязанности, он перестает быть посредником, находит нового свежего. Что касается ситуации, если растут цены, то, как нам говорят сторонники либеральной модели экономики, мгновенно должен появиться новый объем предложения сжиженного природного газа, он очень мобилен, все это очень хорошо. И это должно понизить. И это должно, конечно, понизить цену. Но выросшие цены на европейском газовом рынке $258 за 1000 кубометров, это красиво, но когда на другом конце Евразии, в Юго-Восточной Азии цена $779, то понятно, куда движутся все эти танкеры с сжиженным природным газом. Кроме того, есть проблемы у производителей таких, как Малайзия, где вышли на плановый предупредительный ремонт несколько предприятий по сжижению природного газа. Мало того, есть проблемы с Панамским каналом, он не пропускает сейчас грузовые корабли, соответственно, нет возможности поставлять газ, который производится на территории США на Атлантическом побережье. В результате мы видим, что происходит с ценами в Азии, мы видим, что происходит с ценами в Европе. Возможно, через какое-то время производители сжиженного природного газа успеют среагировать, но надо помнить о том, что поставка по трубопроводу – это увеличенное давление в компрессорной станции, а поставка морем – это надо сжижить определенную партию газа, найти свободный танкер, загрузить, дать ему возможность добраться до конечной точки. Потом еще разгрузить и закачать в свою газотранспортную систему. Другой вопрос. А почему тогда европейцы не могут просто за счет своих хранилищ газа как бы переждать цену и потом закупиться? «Газпром» как раз такая ситуация устраивает. Я напомню, что по состоянию на январь 2020 года степень загруженности подземных хранилищ газа на территории Европы достигла рекордной отметки в 98%. Сейчас скорость изъятия газа составляет до 1 миллиард кубометров в сутки, если точнее 990 миллионов кубометров было извлечено 9 января, и объемы хранения приходят в среднюю норму к 67%. «Газпром», как известно, не торопится, потому что понятно, чем меньше будет газа в подземных хранилищах газа, тем выше будет цена. Торопиться никуда не надо, мы ждем, когда 15 января корабли, нанятые на работу компанией Nord Stream 2 AG, войдут в исключительную экономическую зону Дании для того, чтобы достраивать «Северный поток-2». Стимул не пропадал к строительству. Ничего лишнего, только бизнес. Через Украину больше прокачивать не можем, потому что по договору о транзите есть ограничение 40 миллиардов кубометров в год. Тем более, что у украинской стороны возникли технические сложности, поэтому увеличить давление не получается, не хватает труб. Все, что можем, для вас сделаем. То, что у вас растет цена, конечно, мы выражаем вам глубокое сочувствие. Ждем, когда вы построите больше солнечных электростанций. Ну, потому что, допустим, вот сейчас в Японии, когда парализована часть городов в связи с транспортной пробкой, если аккуратно снять скрепление солнечной панели, ее можно использовать как скребок для снега. Вполне удобно. Если кому-то холодно, опять же, надо поставить дополнительную солнечную панель. Да, можно, пока соскребаешь снег, заодно и погреться. Опять же, да. То есть мы в очередной раз приветствуем всех поклонников солнечной и ветряной энергетики и желаем им самого лучшего. Ну, на этой позитивной ноте приглашаем всех писать комментарии, предлагайте темы для наших роликов. Мы очень внимательно всех читаем, отвечаем по мере силы возможностей. На этом все. Будьте с нами. Если кому-то мой тон показался излишне ироничным, я просто советую заглянуть в то, что писали СМИ по поводу мрачных перспектив «Газпрома» в мае-июне этого года, вы поймете, почему у меня такое настроение. Каждые полгода в случае каких-то перипетий в обязательном порядке появляются предсказатели немедленной кончины «Газпрома». Как только наступают морозы, ситуация выглядит совершенно опять иначе. Опять спрос. Сколько продлится эта ситуация, мы с вами не знаем. Все зависит от того, какое количество коробок пломбира поступило в Великий Устюг. Спасибо за внимание. Всего доброго.